Свердловская область, Реж, недалеко, совсем недалеко, Соколовский какой-то населенный пункт. И смотрите, у них тут, как интересно, Соколовский свадебный комплекс. Колодец братьев Ряковых. Сквер влюбленных. Сквер влюбленных имени Петра и Феврони. Ух, как у них тут молодцы сделали. Здесь беседочка с информацией. Почетные дипломы. Коллектив Соколовского свадебного комплекса. Ну, это у них получается как свадебный комплекс здесь идет. Все, молодожены приехали. Смотри, скамья примирения. Помирились, посидели. Водички набрали. Основателем деревни Соколова являлись братья Кирилл и Иван Ряковы. Колодец восстановлен в 2011-м. Их потомкам, уроженцам нашей деревни, Василием Николаевичем Ряковым, с сыновьями Анатолием, Виталием и Кириллом. При финансовой поддержке отдела охраны окружающей среды администрации Рижевского городского округа. Источник освящен Иереем Сергием Слепухин из храма Рождества Христова, село Липовское. Ага, как интересно тут у них. Красиво сделали. Сквер влюбленных. Мостик любви и согласия. Качели влюбленных. Через мостик любви и согласия это пройти обязательно, чтобы все хорошо было. Опа. Правда, тут проход никуда не понять. Ну да ладно. Лавочки, лавочки, лавочки. На крыльях любви к семье и верности. Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские. Своими молитвами они низводят небесное благословение на вступающих в брак. Памятный мемориал освящен в 13-м году настоятелем храма Липовское. Алатырь, камень перед мемориалом, находится при входе в часовню деревни Соколов, в которой исправно велась служба с 1884 по 1954 год. Совет да любовь. Вот обычное село. И вот такое классное место для молодожен сделали. Ну а почему нет? Красота. И с обратной стороны, видите, идет в добрый семейный путь. Здоровско, здоровско. И качелька влюбленных. Сел, честно сказать, она сама меня начала качать. Настроение хорошее, красота. Птички чирикают. И самое интересное, любая самая такая слабенькая замученная деревушка, а все газифицировано, везде газ. На Урале газ есть, когда дойдет до Сибири.